Всем привет! Привет! В общем, после рыбалки у нас остались вот такие вот черви, 25 грамм их. Ну там надо посмотреть, сколько штук. Они пролежали неделю уже после рыбалки, но вроде бы еще шевелятся. Да, их там много еще, смотри. Вот. Ну и выбрасывать их, конечно, живодерствовать мы не будем. И покажем, ну, у нас опыт до этого был уже, разведение. Сейчас мы просверлим дырочки для червей. Вот такой банк. Надо было пакетик взять для мусора. К чему приводит спешка? Ну ничего страшного, через месяц их все равно уже переселять в более такую... В большую жилплощадь. Да. Так. У нас также как-то один раз после рыбалки осталось, наверное, штучек 10 червячков. Теперь мы... И мы их выращивали, размножали. И засыпаем землю. Аккуратно. Обычная земля для цветов универсальная. Тихонько. Мимо не сыпьте, старайтесь. Хватит, может, пока? Сейчас водой зальешь, оно усядется. Ну, так ты сверху присыпешь еще. Заверни пакет, а то ты точно зацепишь сейчас за него. Заверни вот его прям. Если под руку не скажешь, то ничего не будет. Я уже сказала под руку, все, хватит, хватит. Так. Много не надо. Теперь немножко воды. Видишь, как она. Угу. Ну ничего, их там пока не так уж это много. А сейчас будет фул. А что фу-то? А что, ты не будешь их считать? Сколько сейчас их посчитаем. Ну клубочек, смотри, какой нормальный такой. Тут еще хорошо осталось. Ну. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22. Так мы, походу, толком и не потратили их. Смотри, видишь, они начинают уже уползать внутрь. Так. Наверное, тебе нужно помыть руки. Да. Ну и теперь... Они уже вон прячутся все. Будем... Еду. Кормить. Вот в прошлый раз мы кормили их. Яблоками, бананами, шкуркой. Да, шкуркой обычно. И вот так вот сейчас мы им сделаем. Чем? Да все, я эти бананчики положишь, сейчас, возьми шкурку. Сейчас. Они все равно это все съедят. Ну не пихай много, бананов положи, они, может, бананы хотят. Ну и бананов им еще положим. Так. Вот заварку, говорят, еще можно от чая ложить, но от нее мошки слишком много потом почему-то. Вот так вот мы сделаем. И на ближайший месяц единственное, что можно проверять, это водичку. Все остальное у них будет. Потом, кстати, в этой земле можно вырастить все, что угодно. Да. Тут даже картошка, даже просто кожура от картошки. Очистки прорастают. И вырастают кусты картошки. У нас уже такое было. Да. А кусты размером 1,5 метра были. Ну все. Посмотрим через недельку, что будет. Еще раз привет. Привет. Прошло сколько, наверное, дней? 10. Будем переселять. Для тех, кто скажет, что здесь вот в такой вот было косячно. Поломано. Здесь теперь в крышке дырочки без всяких поломашек. Так, сейчас мы насыпем землю в новую квартиру. Ой, палка какая-то. Надо убрать ее, наверное, да? А, это я поняла, это, наверное, моя палочка.
теперь. Палочку убери. Вот так вот. Хватит там пока? Пока хватит. Опять же, наливаем немножко воды. Буся. И теперь будем... Ну-ка, Буся, отойди, давай посмотрим. Так, подожди. Сначала мы им положим еду, которую они еще... О! Вон они, да? Угу. Ты как-то так держишь, я не могу тебе поймать этот... Бананы выели, ага. Сейчас еще свежую положим еду. Так, ну, это сразу можно выкидывать. Бананы. Угу. Ой, а ты не хочешь их посчитать, так сколько их стало? Я сейчас покажу, их уже больше, чем было, да? Конечно. Не хочет вылазить. Спрессовалась. Какие крупненькие. То есть их тут, они вон какие жирненькие стали. Буся, кто там? Так, остатки. На рыбалку уже есть с чем ездить. Продолжаем разводить. Сейчас мы им еще, чтобы стресса не было, положим свежих. Так вот, они выедают их. Ну, что-то в этот раз или яблоки такие, они как-то их не очень. Вот бананы прям вообще хорошо поели. Так, теперь можем бананы. Угу. Вот так вот. И все. Закрываем крышкой. И убираем их. Дальше посмотрим.